В Твери подвели итоги 5-го конкурса «Читаем, думаем и пишем о России». Традиционно организатором конкурса выступает Тверское областное отделение Российского фонда мира. О том, как прошло мероприятие, в нашем сюжете. Авторы лучших работ вместе со своими учителями собрались в досуговом центре «Истоки» для торжественного награждения. В 5 номинациях принимали участие школьники и студенты Тверской области. Однако география конкурса расширяется с каждым годом. Мы очень рады тому, что впервые в этом году к нам прислали свои сочинения студенты из Алматинского полиграфического колледжа, Рыбинского полиграфического колледжа, а также школьники из Алматы. Конкурс «Читаем, думаем и пишем о России» проводится для формирования у детей и юношества патриотических ценностей, уважительного отношения к православной вере, культуре, воспитания чувства единства народов многонациональной России. Мы великая страна, у нас героическая история. Знать, любить ее – это очень важно. И я думаю, что нам удается увлекать людей, вот маленьких ребят, именно этим. Потому что они любят свою страну, они хотят ей гордиться. Хотят делиться впечатлениями. Жюри конкурса отмечает, что при прочтении сочинений видно, что ребята писали и думали сердцем. И некоторые работы можно распечатать и тиражировать как литературные труды. Замечательные работы, видно чувство ответственности у ребят, понимание той ситуации, которая происходит. И вот если у нас будет как можно больше таких детей, которые думают сердцем и душой, то наша жизнь станет гармоничнее и прекраснее, я в этом уверен. Один из участников конкурса Дмитрий – студент Тверского политехнического колледжа. Учится на станочника и выбрал свое предназначение осознанно. В своем сочинении он написал выбор профессии. Я писал то, что моя профессия слишком важна для меня, и как я подвигаю других людей на то, что выбирайте профессию для того, чтобы она была вам по душе, а не для кого-то. Ансамбль русских народных инструментов имени Василия Андреева неизменно сопровождает церемонию конкурса прекрасными мелодиями в талантливом и виртуозном исполнении.